Выборы – это вклад сознательного гражданина в будущее своего региона. Как покупка квартиры на этапе застройки, на поле, на котловане. Важно учесть все, подумать и выбрать, чтобы не корить себя оставшиеся десятки лет за свой выбор. Голосовать можно за цвет, за название, за человека, за идею. Но самое главное, любой голос – это укрепление фундамента. От тех людей, которые окажутся случайными попутчиками и пассажирами, от тех, кто преследует свои коммерческие интересы. До 5 сентября подать можно заявку на дистанционное электронное голосование. Проголосовать с телефона, с компьютера, дома. Также можно подать заявку на то, чтобы проголосовать не на своем участке, а на каком-то другом. И в особенных случаях можно даже пригласить избирательную комиссию к себе домой. Для меня ходить на выборы – это праздник. Это надежда в том, что осознанное общество в едином порыве будет писать будущее своей страны. Мой голос важен. Он важен и для Пети 14 лет, и для Клавдии Ивановны 77 лет, и для семьи Смирновых, которые ждут своего ребенка. Мой голос так же важен, как и ваш голос. Встретимся на выборах 8-10 сентября.